Здорово, Ютуб. Здорово, Дзен. С вами Джон, он же Зур, испытания Осириса 312. Сегодня в этом ролике заценим, что же нам там привезли наши любимые торговцы в пятницу вечером. После вашего лайка, подписки на канал, прохождение колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, создание ролика для поддержки стримера. Напоминаю, что у нас на Твиче практически каждый день проходит трансляция, где со мной вместе можно поиграть, участвовать в хипповозиках, подавать какие-нибудь вопросики. Также, кто захочет в один из следующих роликов попасть, может это сделать при помощи доната на стриме, если сумма в 10 раз увеличится. Ну, спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на Бусти. Благодарю Сиамис Кэта за 3 месяца тени, Айрон Стила за путника, Костю МХ за Железного Лорда и Элиана за путника. Также тут у нас, оказывается, есть такая тема, как эмблемка за Октоберфест. Тут вот меня один из зрителей в курсе поддержал, что надо следующему товарищу написать на почту, и может там, в принципе, что угодно написать. Я написал там эмблему, пожалуйста, и мне эмблема досталась. Эмблема называется Тост Прост. Она вроде бы за Октоберфест. Буквально вчера мне там прилетела. Ну и если еще у Банши продается, то можно купить пси-герметику пятую. Импульсную винтовку с неплохими статами. Что ж, возвращаемся в игру. Заценим, что же у нас там. У Зура и у испытания Осириса. Эмблемка, кому интересно, вот такая. Что ж. Смотрим. Дружище. Ну, о чем импульсная винтовка? За 7-0 у нас сегодня. Посланец. Внезапно. А она же недавно была относительно. Ладно, допустим. Окей, окей, окей. Я прям не против. Лады. Ну что ж, а карта воспитания Осириса на этой неделе у нас пепелище. Поэтому, кто захочет ворваться, самое время это сделать. Пофармить импульсную винтовку. Смотрим, что же нам привез Зур. Ну что ж, Зур у нас находится на башне. В двух шагах от Сейнта. В ангаре. Смотрим, что он нам там принес. 9 не спаслали это. Принес он нам режим Сурос 600-й автомат, но учитывая то, что 600-ки бафнут, можно будет попробовать. У него тут несколько режимов, быстрый и медленный, для тех, кто любит погорячее. А, в принципе, ПВП неплохо заходил когда-то, может быть и сейчас будет заходить. Той койот, вы получаете второй заряд уклонения на охотнике, экзотическая грудь. В принципе, для нитевых билдов достаточно неплохой экзот. Боевая установка акции. Постоянно заряжает магазины используемого автомата или пулемета. Вроде бы сейчас он как-то с перебоями работает, потому что у меня пулемет периодически перезаряжается. Но, может быть, это я не попадаю. Ну да ладно. 71 тотал аж. 11 стойкости, 23 восстановления. Неплохие статы. И дух противоречия. Улучшенная зарядка пустотных гранат на варлока. Пустотные руки. Достаточно неплохой экзот, как для ПВЕ, так и для ПВП, если кому-то вдруг будет интересно. Можно попробовать. Что у нас тут по легендарным пушкам? Жуткое обещание, тройной выстрел осмос, неинтересно. Слезы раскаяния, нет. Хотя для крафта можно 5 штук купить. Кровавая медь, нет. Канарейка в шахте, ну можно купить для крафта при помощи гармонизатора и сезонника. Йота дракона, плазменка, нет. Неплазная винтовка для крафта, опять же, 5 штук. Пулемет расколотый шифр, но если у вас нигде 900 пулеметов нету. Так, пушки у нас сезона Сейнта, по-моему, точнее шмотки. Ну, кстати, неплохие руки, 28 восстановления, 15 дисциплины, 14 интеллекта. Тело тоже 24 на 20. Плащ, точнее, метка Гадрол, мое уважение. Башка 28 дисциплины и 19 подвижности, ну, для специфических любителей билдов таких. Ну и неплохие ноги такие, плюс-минус. Хукмун у нас с эргономичной рукояткой. Пока что пропустим. И ксенологию я, наверное, заберу отдельно. А что у нас на других персонажей? Так, на варлока у нас руки нет, тело... Ну, все по десятке, кроме силы, она на 17, интеллект на 6, в принципе, сойдет для специфических билдов. Повязка контрольная.
Если ты здесь, башка, скорее значит, для охотника, 17 подвижности, 14 восстановления, 24 интеллекта, но не для варлока. И ноги у нас тоже, да, 18 подвижности. Такое. Что у нас на охотника продается сегодня? Так, руки, базуки. А руки 25 интеллекта, 16 подвижности, 15 стойкости. Ну, пилот опять. А, тело 22 стойкости, 12 дисциплины, 11 интеллекта, 10 силы. Ну, тоже ни рыба, ни мясо. А, плащ гадрол. Неплохая голова. 12 стойкости, 20 восстановления, 20 дисциплины, 10 интеллекта. И ноги... Вот такие. 10 стойкости, 18 восстановления, 11. Как-то так. Думаю, что ты отчаянно нуждаешься в моих дарах.